Леонид Мезенцев и его мама Юлия присматриваются к группе. Совсем скоро малыш будет проводить здесь полдня, общаться с ровесниками, лепить и рисовать. Вся семья хочет удостовериться, что это время будет приятным и безопасным. Сам мальчик пока не может сформулировать впечатление, он еще говорить не умеет. Так что на вопросы журналистов отвечает мама. Впечатление очень мне понравилось. Все такое яркое, красивое, современное в первую очередь. Очень современные игрушки. Здорово. Мне очень понравилось. Откроется новый корпус детского сада номер 123 осенью. Половина групп в нем уже набрана. И для будущих воспитанников было решено устроить день открытых дверей. Настоящий праздник. Вот собрал букет ромашек. Я на солнечном лугу. Нет его на свете краше. Это чудо сберегу. Мурманчане проверили акустику в главном зале, заглянули в спальни, медицинские кабинеты, даже пищеблок. Там нетронутые плошки и поварешки уже расставлены по местам. Все успеваем. Все небольшие замечания, которые существовали, на сегодняшний день устранены. Уже ничто не мешает приступить к эксплуатации садика в полном объеме. Заведующая руководит и первым корпусом сада на Баумана. Здесь, на Достоевского, она контролировала каждый этап строительства. Строители всегда шли навстречу. То есть они были также заинтересованы в том, чтобы здание получилось не только надежным, крепким, но чтобы оно было еще эстетически красивым и удобным для детей, что самое главное. Ольга Владимировна уверена, что к эстетике нужно приучать с младенчества. Поэтому главным достоинством здания она считает потрясающую перспективу на сопки и залив. Такого вида, пожалуй, нет ни у одного другого мурманского детского сада. Александра Клепцова, Татьяна Лежняк, ТВ-21+.